цехе подготовки и перекачки нефти ТПП «Урайнефтегаз» начался капитальный ремонт одного из трех технологических резервуаров. Объем РВС – 5000 кубических метров. Планируется, что все работы будут завершены к концу сентября этого года. Этот пятитысячник в цехе подготовки и перекачки нефти «Урайнефтегаза» предназначен для приема, хранения и отпуска подтоварной воды. Он служит уже более полувека. Назрела необходимость отремонтировать резервуар. После проведения технического диагностирования по результатам экспертизы промышленной безопасности выявлены дефекты на данном оборудовании. Оборудование введено в эксплуатацию в 1969 году. Конечно, уже неоднократно проводились капитальные ремонты. На данном оборудовании это третий капитальный ремонт. К масштабным работам приступили в начале месяца. Резервуар был освобожден от сырья и зачищен. На сегодняшний день производятся работы по демонтажу дна. В дальнейшем будет производиться его, получается, устройство. В комплексе работ производится замена трубопроводов, маечников, патрубков. Работы производятся согласно графиков. На следующей неделе будет поступление материала железа, где уже выйдут дополнительные бригады на сварочные работы. В целом подрядной организации предстоит заменить металлоконструкцию РВС, антикоррозийное покрытие, обновить запорную арматуру и навесное оборудование. По металлоконструкциям резервуара будет частичная замена. А все, что касается навесного оборудования, это у нас дыхательные клапана, система, стационарная система пожаротушения, запорная арматура. Это все будет обновлено. Как только закончится капитальный ремонт, специалисты проведут повторное техническое диагностирование оборудования и гидравлическое испытание, после чего обновленный резервуар будет введен в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи производственного объекта – конец сентября. Ольга Ускова, Александр Усков. Наши города.